Сегодня в Красноярске отпраздновали окончание посевной. В этом году крестьяне поставили большой рекорд. Праздник прошел на территории компании «Сенгелен Плюс». Здесь была представлена новейшая сельхозтехника, а также прошла научная конференция о развитии переработки рапса. В этом году посевная напоминала битву с погодой. В начале мая было холодно, затем пошли дожди, но красноярские крестьяне привыкли побеждать и в такой обстановке, да еще и с рекордом. 1 300 000 гектаров – именно с такой площади ждут теперь фермеры урожай. Отметить отличную работу крестьяне со всего края собрались на празднике посевной, организованной компанией «Сенгелен Плюс». Министр сельского хозяйства в качестве подарка пообещал хорошие цены на урожай, хоть до уборочной еще далеко. Надо видеть конечную цель. Цена на зерно будет. Она, наверное, ну, по нашим прогнозам, менее 7 рублей не получится, это точно. Интерес для сельхозпроизводителей заниматься лесоводством, он напрямую, он виден. Поэтому в этой части, я считаю, ну, все достойно и хорошо. Хорошая посевная – это ответ красноярских крестьян на угрозы ВТО, считает министр. Главное – добиться снижения затрат и в то же время повысить урожайность, надои и прочие показатели. Уже сейчас фермерам необходимо закупать новую технику, модернизировать свои предприятия. На празднике посевной прошла выставка сельхозмашин. Власти готовы субсидировать приобретение техники, пока это позволяет переходный период ВТО. Нам надо наращивать сам аграрный потенциал, чтобы в те промежутки между дождями мы успевали своевременно провести весь комплекс полевых работ. Важно, что мы сеяли в этом году не в пустую землю, а землю хорошо увлажненную. И это дает надежды на урожай. Посевная для компании «Сенгелен Плюс», одного из лидеров сельхозрынка края, также оказалась рекордной. Обработана 10 тысяч гектаров. Причем применение новых технологий и машин позволило значительно увеличить производительность. Мы зашли в один район, где был раньше колхоз. В нем было 120 человек. Они засевали 3 с лишним тысячи гектар. Мы в этом году засеяли 4 тысячи. Одним трактором и одним посевным комплексом. И работало у меня 2 тракториста и 3 сеельщика. Уборочная начнется позже, а осень никто не отменял. Поэтому молотить, скорее всего, будем влажное зерно. Поэтому речь идет про сушилки, про комбайны. Вот эта часть хозяйства должна быть готова на 100%. В празднике окончания посевной участвовали более 400 фермеров. Поздравить красноярцев приехали производители сельхозтехники из Италии и Соединенных Штатов. Были подписаны соглашения о намерении приобрести зерносушильные комплексы. Иностранные гости приняли участие в международной конференции «Переработка зерновых культур». За эти 30 лет своей истории мы засовершенствовали свои машины, технологию, чтобы вы получали от них максимальную пользу. Добавлю, в этом году на поддержку села краевые власти потратили 1,5 миллиарда рублей. В связи со вступлением России в ВТО пришлось отказаться от дотирования топлива для крестьян. Зато появилась новая форма поддержки – погектарное субсидирование. Осень покажет, какие всходы даст новая политика. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-91-27 или пишите на наш сайт afontovo.ru. Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтово новости.